Доброго утра всем. У меня единственный вопрос к Юлии, наверное. У нас будет какое-то там интро от Анри в самом начале? Просто во сколько мы начинаем? Ой, хитрая. Вот хитрая Юлия просто. Вот хитрая. Отдала все бразды сразу и все. Доброго дня, друзья. Мы с вами сегодня в это прекрасное утро, а может быть, у кого-то уже день, собрались для того, чтобы поговорить на тему переупаковки контента. Я буду преимущественно говорить про цифровой контент и работу на сайте, но те же самые принципы совершенно спокойно подходят и для печати, и для телевидения с определенной оговоркой. Давайте сначала просто договоримся о неких таких правилах. Я очень не люблю читать лекции, говорить вот делайте так, вот смотрите, какие хорошие люди, вот как они хорошо сделали, делайте вот как показано. Потому что в нашем деле и в маркетинге, и в издании, и в продакшене, и в развитии медиапроектов как таковых готовых, универсальных, всем подходящих моделей просто не существует. Один проект, который взлетел и получил хороший отклик, ну, не знаю, в Якутске, на вот той платформе, вот с тем контентом и там с таким тематическим планом, совершенно не взлетает, например, в Ростове-на-Дону. И это не потому, что Якутск и Ростов-на-Дону, это потому, что даже в соседних городах, не знаю, там, в Новосибирске, в Бердске взлетело, в Искитиме не взлетело. Это очень сильно зависит от бренда медиа, очень сильно зависит от аудитории, от обстановки внутри города и в, собственно, в регионе. Поэтому все то, о чем я сегодня хочу говорить, это не готовые формулы, а это некий принцип размышления над тем контентом, который у вас есть, и некая модель организации контента. И так как это размышление, то я бы очень сильно хотела, чтобы вы по максимуму активно участвовали в этом размышлении, чтобы сделать его совместным. У нас есть для этого контакт, у нас есть чат, у нас есть возможность, например, там, голосом вступить и поговорить, задать вопрос, высказать сомнения, там, возражения. То есть я бы очень сильно хотела, чтобы вы поделились и своим опытом, и своими сомнениями вот по той теме, о которой мы сегодня будем говорить. Давайте я, наверное, тогда начну с каких-то ключевых базовых вещей. А, совсем забыла. Я вижу по фамилиям, тут есть много очень знакомых людей, просто те, кто, может быть, меня не знает и не сталкивался никогда ни со мной, ни с моим контентом. Меня зовут Оксана Силантьева, я мультимедийный продюсер и создатель компании «Сила Медиа». Я человек, который влюблен в мультимедийный подход и всячески его продвигает и промотирует последние лет, уже 25. И я занимаюсь, вот мы занимаемся продакшеном, консультированием редакций, созданием собственных медийных проектов и обучением, повышением квалификации всех людей вот с широким спектром специальностей, которые объединяют отрасль медиа. И те подходы, которые я использую, это, знаете, такие пограничные продукты переопыления. То есть мы очень тесно работаем с айтишниками и видим, как там развивается проектный менеджмент, как там развиваются технологии, принципы упаковки, переупаковки алгоритмического подхода к контенту. Мы много работаем с дизайнерами, потому что у них совсем другой взгляд на этот мир и как он должен быть организован. Мы тесно работаем с миром образования и классического, и
альтернативного и видим, как там, потому что они точно так же работают с контентом, как там люди подходят к вопросам, какие решения предлагают. То есть это такой сплав между технологическим подходом, дизайнерским, гуманитарным, образовательным и медийным. Поэтому какие-то вещи, о которых я сегодня буду говорить, да, это маркетинговые тоже, бизнесовые, те вещи, которые я буду говорить, они взяты не только и не чисто из классической практики СМИ, потому что я считаю, что надо смотреть на ближние отрасли и копировать оттуда подходы не всегда получается, но адаптировать их подходы для нужд СМИ очень-очень полезная практика. Значит, это у нас так. Это у нас немножко обо мне. И сейчас я должна расшарить экранчик. Если сейчас у вас должна быть видна доска Miro, маякните, что все ок, и вы видите доску. Знаете, я вам покажу, что такое переупаковка и что такой принцип. Это первый проект переупаковочный, который сделала я, и мне прям сильно-сильно повезло. В тот момент я работала в издательском доме «Алтапресс», и там случилось, может быть, до вас доходила эта история, когда у нас высокопоставленные чиновники охотились с вертолета на краснокнижных козлов, архаров, и, ну, собственно, вертолет потерпел крушение, и естественно, с такое значимое событие региональное, там есть масса подводных камней, про которые там отдельно можно рассказывать, и как сложилась ситуация, почему у «Алтапресса» появилась такая возможность со всех сторон и по-разному, да, смотреть на эту ситуацию. Ну, как бы ситуация такая, что есть значимое событие, и все новостные ленты, которые про это писали, естественно, писали об этом в классической новостной, вот эта поточная лента новостей в поточной манере. Но что такое лента новостей? То есть у вас рядом стоят информашки про то, что у вас там упал вертолет с представителем президента в регионе, и у вас рядом стоит новость про, например, там приезд оперного певца в ваш прекрасный город. Рядом, значит, школьники покрасили бордюры, случилось 4 ДТП, и все это идет в поток, в одну и ту же ленту, и эти новости стоят рядом. Естественно, когда у вас новость теряется и уплывает вот в этом потоке, а мы же производим очень много новостей, нам кажется, что надо больше этих информашек на сайт выкладывать. Про эту ошибочную логику мы с вами обязательно еще поговорим. И значимые события, яркие, либо обновления каких-то важных тем, они остаются, вот, ну, как бы они замыливаются вот этим всем потоком. Если бы мы работали на информагентство, которые это отдельный тип новостной организации, и задача информагентства вот производить эти ленты, это их модель, это их тип контента. Если бы мы работали в информагентстве, ну ладно, как бы вот новость прошла и ушла в космос. Но мы работаем не в информагентстве, мы работаем в средстве массовой информации, мы работаем как журналисты и как редакторы. И наша задача не заваливать пользователя и читателя какими-то бесконечными лентами новостей. Наша задача сориентировать читателя в том, что происходит, в том, что важно, расставить акценты, сконцентрироваться на той теме, которая, ну, там, на наш взгляд или на взгляд пользователей, имеет значение и влияет на нашу ежедневную жизнь. То есть работа журналиста и редактора – это не информировать. Работа журналиста и редактора – это среди всего того, что вокруг нас происходит, выделять главное, прописывать причины и следствия, задавать вопросы,
добиваться ответов на эти вопросы, упорядочивать эти события в некую логику рассказа, и в том числе и вовлекать пользователей в обсуждение и информирование, ну, не информирование, в обсуждение и, ну, давайте там, расстановку акцентов. И, исходя из этой миссии, вот эти ленты новостей, они по форме и по формату не решают эту задачу. Заваливать бесконечными информашечками эту задачу они решают, но ни ориентирование, ни навигатор вот этого всего лента новостей не решает. Поэтому, когда появилось вот такое событие, и, естественно, там пошли какие-то комментарии, какие-то факты, естественно, там движуха была очень, очень мощная, и вот родилась идея сделать так называемую витрину темы. Все вот эти новости, которые вы видите здесь, вот в ленте событий, там, ну, вот в ленте событий это то, что было на Altapress.ru, какие-то интервью, там, фотографии опубликованные, комментарии там, официальных и там, общественных деятелей. Все это было отдельными, вот как лего-деталями, отдельно существовало на сайте. По-моему, там мы начали после 50, когда 50 вот этих вот кусочков лего-деталек было, а вот после этого мы поняли, что их надо объединять, их надо концентрировать, для того, чтобы у читателя, чтобы сориентироваться в этой теме, чтобы у читателя была точка входа в тему. Если вы заинтересовались тем, что происходит, либо вы хотите быть в курсе там, актуальных событий по этой теме, у вас должен быть один адрес, не адрес главной страницы сайта, а там поищите, где что есть новенькое на эту тему. У вас должен быть один URL, да, один адрес, который позволяет вам зайти вот это вот одно окно, витрина, где вы абсолютно все по актуальной теме видите и знаете. И то есть начинали мы с объединения вот этой ленты событий, дальше понимаем, что история разрастается, и про нее пишут другие региональные медиа, про это пишут федеральные медиа. Мы начинаем делать ссылки на публикации из других источников. Мы начинаем собирать мнения экспертов. Мнений экспертов тоже становится очень много. И если вы выложите их бесконечным потоком, это тоже не помогает человеку сориентироваться в теме. Поэтому мы разбиваем эти комментарии, эти интервью на типы людей, на типы, ну, такие, на кластеры, где вы можете посмотреть, там, вот, что думают общественники, там, активисты НКО, что делают, что думают отдельно авиаторы, что думают отдельно чиновники и так далее. То есть вы начинаете ориентироваться в теме и в том резонансе, который это событие произвело в разных группах. Так, ну, там отдельная история, если вот посмотреть поближе. Это скриншот из веб-архива. Сайт уже переделывался несколько раз, поэтому эта витрина сама по себе не сохранилась в интерактивном виде. Но вот можете посмотреть на количество комментариев под... там одна из первых новостей с фотографиями. Количество комментариев под одной новости. По комментариям и по количеству естественных просмотров мы понимаем, что является актуальной темой, а что является темой проходной. И здесь очень тесная связь с тем, что метрика и сбор статистики на сайте – это не такое, знаете, вот раз в неделю на планерке собрались, а сколько у нас посещений на сайте там? Ну, там, 15 тысяч, молодцы, давайте сделаем 16 тысяч. Нет, статистика, она существует для того, чтобы показывать вам, ну, температуру тела вашего сайта. Вы должны смотреть на эту статистику в динамике каждый день. Если вы работаете на большом потоке информации, это вообще должен быть перед глазами монитор, чтобы видеть вот эти вот флуктуации интереса пользователей к той или иной тематике. То есть статистика – это цифровые данные для принятия редакционных решений, для принятия управленческих решений. Какие темы вы развиваете, какие темы вы не тратите на это редакционные ресурсы, что вы выделяете там, в спецпроекты и в витрины, что у вас там идет, например, на
какой-нибудь виджет, самое важное, самое обсуждаемое и так далее. То есть вся эта история – это, по сути, редакционная работа, которую не так часто мы видим на практике. Потому что есть определенная инерция и определенное представление, что задача редактора сайта – это наполнение админки. А дальше, каким-то мистическим образом, какие-то мистические роботы, алгоритмы, расставить галочками рубрики, в которые эти новости пойдут. А дальше пользователи каким-то мистическим образом начнут ходить по этому сайту и находить нужные новости. Пользователи так не делают. Пользователи очень инертные, очень ленивые. И для того, что если вы хотите повышать трафик, вам не нужно производить еще больше новостей, потому что чем больше нового контента вы производите, тем больше ресурсов вы тратите на это создание, но тем меньше выхлопа вы получаете. Само производство новостного сообщения, стоимость временная его, и временная, и денежная, она очень высока. Прогорает эта новость очень быстро. Поэтому если вы вот в это беличье колесо бесконечной ленты новостей влезли, то образ беличьего колеса, он вас будет преследовать. И самое ужасное, конечно, то, что вы никогда не сможете остановиться в этом колесе. Но на самом деле притушить его скорость имеет значение. Опять же, с оговоркой, если вы работаете на журналистскую задачу, а не на информагентскую. Информагентские живут по своим законам, по своим моделям монетизации, не так, как средства массовой информации журналистские и редакторские. Значит, еще я покажу еще один принцип переупаковки и один пример переупаковки на своем сайте. Кстати, если вы, например, хотите, сейчас еще не так много времени прошло, если, например, вы хотите, чтобы мы посмотрели ваш сайт, и я прямо вот так с колес могла бы вам предложить какие-то переупаковочные модели, исходя из вашего конкретного контента, то можете в чат кинуть адрес вашего сайта, и мы это сделаем без проблем. Значит, сайт сделан на медиа, он не новостной. Это сайт, у которого есть достаточно четкая целевая аудитория. Это вот, собственно, люди, которые работают в медиа, причем те люди, у которых лапки не опущены. То есть это те люди, у которых еще что-то внутри горит, они еще чего-то хотят делать и стараются экспериментировать, даже если у них очень-очень мало ресурсов. Эта целевая группа очень небольшая, потому что собрать группу, объединить сообщество, там, уставшие журналисты, эта группа будет гораздо более многочисленная, чем группа «давайте лапами теребить». Ну, вот это вот, собственно, сознательный выбор, да, что мы выбираем такое активное ядро и им помогаем, их дружим между собой, там, показываем, обмениваемся опытом. Для этого вот есть кейсы, где люди рассказывают про свои проекты, как они делали, на какие грабли наступили и так далее. Значит, и есть вот инструкции, раздел инструкции. Это как раз то, что всякие вот эти мультимедийные сервисы, мануалы, как делать таймлайн, как делать интерактивную карту и так далее. Короче, сайт существует с 2012 года. С тех пор я вот придумала этот концепт, что у меня будет интервью про какой-то кейс, про какую-то историю, где от первого лица там журналист, либо редактор, либо продюсер рассказывает, как они сделали тот или иной проект. А рядом будет у него в колоночке мануалы и инструкции, как, если вы хотите сделать так же, то вот вам, пожалуйста, ссылочка. Для чего вот как бы эти две колонки были придуманы? Потому что если вы читаете и вас заинтересовало, вы пришли на какую-то страницу, то исходя из выбранной целевой аудитории, я предполагаю, что вы хотели бы либо попробовать, либо хотя бы узнать, как эта штука делается.
Следовательно, вы пришли ко мне на страницу «Почитали кейс», один клик у меня в статистике, и у вас есть там выбор, вы как минимум один клик сделали на инструментарий «Почитали мануал». Когда вы приходите на страницу мануала, вы читаете инструкцию, как сделать, ну, например, интерактивный таймлайн, а во второй колонке те кейсы, те проекты, которые были сделаны с использованием этого инструмента. Вы посмотрели мануал и кликнули, посмотрели еще другие примеры. Таким образом, это вот история про пылесос, про засасывание пользователя, который приводит к вполне понятному результату на трафике. Я получаю большее количество страниц на одного пользователя, чем это обычно происходит. То есть в новостной истории, на ваших сайтах, посмотрите на вашу статистику. Ну, у вас, если будет две страницы на пользователя, это очень хороший показатель для новостных порталов. Чаще всего это там 1,2, 1,5. То есть каждый пользователь у вас приносит там, полтора клика. Если он кликнул на две страницы, это уже хорошо. То есть и эта модель, она, ну, типа, у всех так, поэтому зачем нам стремиться к чему-то большему? Поэтому люди заполняют ленту, особо не задумываются про вот эту перелинковку, не смотрят на интерфейс сайта как на цельный экран, а думают, вот у меня отдельная новость вышла, а все остальное подгружается автоматически, как дизайнер, как веб-мастер нарисовал. Но пользователь-то, он ничего про вот эту кухню не знает, он ничего не знает про то, что у вас журналист отвечает на забивку новости в админку, а вот это вот все, баннеры ему там автоматически подгружаются, там баннеры и соседние ленты новостей. Но для пользователя вот эта вся внутренняя механика, она непонятна, она, ну, как бы она неизвестна. Он видит экран, в экране есть новость, а вокруг абсолютно нерелевантные к этой новости материалы. Следовательно, вот этого вот клика второго не происходит. Люди пришли по поиску, прочитали новость, ушли. Либо пришли на главную страницу, вот они полтора, да, клика, как пришли на главную страницу, увидели одну новость, кликнули, прочитали и ушли. То есть, если мы ставим целью, опять же, да, то есть вот это «если» оно всегда важно, если мы ставим целью развитие городского сообщества, формирование вот этого городского фона информационного. То есть наша задача не смотрите, что мы узнали, смотрите, что мы узнали. И вот, знаете, ой, сейчас отвлекусь немножечко. Вот когда в ленте новостей люди ставят еще в дизайне время, ну, то есть там дата новости и время новости. Вот это время, оно что обозначает? Оно же не обозначает время, когда событие произошло. Оно обозначает тот момент, когда у редакции нашлось время нажать кнопочку «Опубликовать в админке». Вот это время в новостной ленте, когда оно показывает время публикации, оно не несет там, значимой информации для пользователя. Это исключительно отчетная история для самой редакции. Вот если бы в интерфейсе и в админке мы вписывали не время публикации, а время события, наша лента могла бы быть организована как таймлайн событий, и мы могли бы видеть, какие там параллельно события происходят, какие до, какие после. Мы увидели бы какие-то причинно-следственные связи, либо иллюзию причинно-следственных связей. Тогда это создавало нам бы дополнительный смысл, дополнительный авторитет и дополнительную узнаваемость. Вот если мы посмотрим на все региональные, на всех наших конкурентов, да, в рамках там, одного региона или одного города, практически все делают вот по шаблону, по логике «мы вас сейчас всех проинформируем». Но если мы поменяем точку зрения и посмотрим на это с точки зрения пользователя, то организация информации должна быть исходя из потребностей пользователя, а не из потребностей новостной журналистики с колес. Но я отвлеклась от одного кейса, который хотела вам показать.
Значит, вот сделано медиа, раздел «Инструменты и сервисы» существует с 2012 года. Следовательно, мы насоздавали уже кучу этих всех мануалов, и вот эти маленькие лего-детальки сами по себе имеют ценность. Вы можете зайти и посмотреть, как сделать облако слов, вы можете зайти и посмотреть, как сделать, сверстать там в тильде лонгрид. То есть вот они отдельные детальки. И тут мы, значит, решили на себя применить вот эти принципы переупаковки, которые всем рассказываем. И я, значит, с главным редактором Солей Бердецкой разговариваю. А давай мы переструктурируем инструменты и сервисы и соберем их в кластеры. Ну, уже очень много появилось этих мануалов. Чего они все потоком идут? Давай мы их сгруппируем. И мы сделали, вот единственное, что мы сделали, мы прошлись по всему списку и отмаркировали, какой материал к какому блоку, к какому блоку относится. Сейчас у вас должно быть там интерактивные карты, тесты, опросы голосования, там, дополненная реальность и так далее. То есть вот, выборка. Я все контролирую, чтобы вы видели то же самое, о чем я говорю. Знаете, что произошло после этого? По всем профессиональным группам, по телеграм-каналам, по там, всяким подборкам лучшие ресурсы для журналистов прошла новость, которую мы вообще не инициировали. И новость звучала так. Там, сайт «Сделано медиа» выпустил что-то там всеобъемлющую энциклопедию мультимедийных сервисов. И мы, значит, проснувшись утром и увидев поток трафика на вот это все, почитав комментарии и подписи к этим постам, мы такие сидим с Олей и говорим, мы ничего не сделали. Мы просто сфокусировали внимание и дали название просто подборкам, ну там вот, подборкам материалов. Мы не писали заново материалы. Мы ничего, ну, как бы, дополнительно не делали. Вся дополнительная работа, которую мы произвели, мы подошли к этому с точки зрения, ну, там, структурирования, упорядочивания, разложили по полочкам, назвали полочки, и все. И вот как это обычно бывает, там, всем рассказываешь, давайте поменьше генерить лент новостей, давайте их переупаковывать, давайте их структурировать так, чтобы пользователю было удобно, как только ты на себя начинаешь применять, внезапно удивляешься, что это работает. То есть вот принцип переупаковки, он основан на том, что надо посмотреть на ваш сайт, на то, что вы производите, на ваш контентный тематический календарный план, на объемы информации, которые вы производите, не с точки зрения вот этой нашей там беличьего колеса, что чем больше новостей мы напишем, тем больше у нас будет трафика, чем больше у нас будет трафика, тем больше у нас будет денег, чем больше у нас будет денег, тем будем счастливее. То есть каждая логическая связь вот в этой логике, она, ну, вот процентов на 80 ошибочная. И как раз самый легкий, в кавычках, способ объяснить, где там ошибка, она вот как раз на связке трафика и денег. Я всегда, вот мы там в редакцию иногда приезжаем с консультированием или там дистанционно что-то делаем, я всегда спрашиваю у руководителей рекламного отдела или там у менеджеров по рекламе. Я говорю, а как вы... Вот у вас на сайте, допустим, там 35 тысяч просмотров. Если будет 37 тысяч, вы измените, ну вот, прайс-лист, да, там увеличится количество денег, которые вы будете просить за баннер. В этот момент мне как бы, особенно руководители рекламных отделов и менеджеры рекламных, они мне просто в лицо ржут, ну, потому что мы продаем рекламу не исходя из того, что у нас 35 тысяч или 37, и даже не исходя из 35-40 тысяч просмотров. То есть когда менеджер по рекламе работает с рекламодателем, он решает задачу, бизнес-задачу рекламодателя, а не продает циферки в метрике. И в результате, вот если редактор начинает думать не нагонкой цифр, которые не трансформируются в деньги,
который не трансформируется в авторитет. От того, что у вас много посетителей, ваше мнение на информационном рынке не становится более весомым, более значимым. Немножко другие инструменты, немножко другие процессы и факторы на это влияют. То есть вот эта гонка за цифрой, она ну, вот на счетчике, она вот приводит к загону и к вот этим вот уставшим ужасным журналистам, которых хочется обнять, пожалеть, намазать пузико медом и, не знаю, что-нибудь еще доброе сделать. Потому что, ну, как бы они работают, они ухайдакиваются, а выхлопа очень-очень от этого очень мало. Значит, возвращаюсь я на карту свою и покажу вам следующий подход. Мы заговорили о том, сейчас у вас должна быть такая зигагулька видна на экране, жизненный путь человека. Мы заговорили об аудитории и о том, что наши сайты, наши медиапродукты очень часто сформированы и структурированы не по тем интересам, которые людей волнуют, а по той некой такой отраслевой логике, которую мы унаследовали и инертно притащили из традиционных СМИ. Ну, то есть вот такой вопрос в космос. У кого в рубрикаторе сайта есть политика, экономика, общество, спорт, разная погода, интересное развлечение? То есть вот этот рубрикатор, он откуда появился? Он же не появился от интересов целевой аудитории вашего сайта. Он появился от того, что ну, у всех так есть, у информагентств оно так есть. Телевизионные программы, когда мы сюжеты пакуем, у нас там сначала идет какие-то значимые события, а что-то случилось, потом пошла экономика, и заканчивается все погодой. То есть есть определенная структура, которая инертно давит на нас, и мы ее начинаем тащить на другие платформы. Но давайте опять же там в рамках просто эксперимента мыслительного посмотрим на этот мир глазами человека. Чем живет человек, чем живет наш обыватель, наш пользователь? Мы сейчас не берем специализированные СМИ, мы берем СМИ общего интереса. И вот такой вот там городская жизнь, мы живем там на такой-то территории. Сейчас не берем специализированные, потому что деловая пресса немножко будет по-другому. Там тематическое, все экологи всех стран объединяйтесь, будет немножко другой принцип. Вот мы берем просто общего интереса. Чем живет семья, чем живет человек? Вот это жизненный путь человека, причем когда я, это концепция Стива Батри, он, по-моему, в 2009-м он был лучший редактор в Штатах, человек, который долгое время занимался как раз трансформации local media в Штатах, потому что все те проблемы, с которыми мы с вами сталкиваемся, они во многом не проблемы только российские, это абсолютно там мировой отраслевой тренд, проблема доверия, проблема снижения тиража, проблема снижения денег, альтернативные источники информации, которые высосали у нас большие куски аудитории, то есть это абсолютно международные тренды, с которыми каждая страна, каждая редакция каким-то образом работает. Ну и, собственно, вот Стивен, он предложил просто нарисовать, как живет человек, какие темы его волнуют. И вот, когда я первый раз увидела эту схему, с одной стороны, там, обрадовалась, смотрите, как жизнь человека предсказуема. Ведь действительно, мы через эти ключевые точки проходим, ну, почти все. У кого-то чуть-чуть меняются местами, у какие-то пропущенные, может быть, этапы, но в целом, выросли, обучились, нашли работу, как-то обустроили свой быт, обняли котика и до свидания. Но, с другой стороны, конечно, расстроилась, потому что там стараешься жить как-то интересно и не похоже, а оно все равно в эту же самую схему укладывается. Ну вот чем эта схема хороша для редактора и в первую очередь для редактора, который думает о переупаковке контента? Значит, смотрите, что происходит с людьми, когда они попадают в эту точку. Вот, например, в семье рождается ребенок. Сами знаете и по опыту, и по вашему окружению, что если в какой-то семье ждут новорожденного,
все то, что происходит на информационном поле этой семьи, посвящено этой теме. Они ходят на форумы, они задают в социальных сетях вопросы, там, как кормить, какие прививки ставить, не ставить, какой роддом хороший, какой нехороший. То есть это все, люди, попадая в значимую вот эту точку своей жизни, они вокруг себя формируют информационное поле, связанное с этой точкой. Человек хочет купить первую машину. Все, весь мир переструктурируется на то, чтобы ответить ему на вопрос, там, какая, где, почем и так далее. То есть человек концентрируется информационно. И вот когда человек находится в этой точке, сообщение о том, что в городской администрации прошло совещание по поводу совещания, по организации совещания, оно проходит совершенно мимо и никаким образом не влияет, не помогает ему в решении его информационных запросов. И оно просто проходит незаметно. Но с точки зрения нас, как производителей этого контента, мы потратили время, которое можем посчитать, сколько мы денег потратили на публикацию этого проходного сообщения. Но если мы посмотрим не с точки зрения ленты новостей, а с точки зрения вот этих ключевых тем, то собрать все материалы, которые у вас уже были опубликованы, все интервью, которые вы брали, брали вы это 8 лет назад, это интервью, или брали позавчера, неважно, в интернете весь контент одновременно существует на вашем сайте, в отличие от полос газет, в отличие от эфира телевизионного. Да? То есть мы сейчас еще про это тоже поговорим. То есть вы высасываете вот так вот пылесосом все то, что вы по этой теме уже публиковали, структурируете это каким-то образом удобным, может быть, по вопросам, может быть, по каким-то тематическим кластерам. Делаете витрину и делаете промо. Все ответы про новорожденных в Барабинске. Пошел к вам трафик, потому что у людей есть информационная потребность, потому что они в Google и в Яндекс забивают, сидя в Барабинске, забивают текстом типа «лучшие роддома Новосибирской области». То есть тогда начинает машина поисковых сервисов работать на вас, потому что вы делаете востребованный контент, вы собрали его концентрированно и притащили трафик на подобную витрину, и люди вам делают 1, 2, 3, 4 клика, 5 кликов, тем самым увеличивая липкость сайта, увеличивая количество, глубину просмотра, дочитываемость, потому что если люди у вас приходят, вот эти вот спонтанные новостники, они читают первый экран и дальше вниз не спускаются, то востребованную нужную информацию они дочитывают, долистывают хотя бы до середины. То есть у вас, изменяя подход редакционный к организации информации, вы автоматически видите изменения в показателях вашей метрики, в показателях вашей статистики. Какие-то вещи часто отрабатываются, какие-то темы, они прям тоже уже стали такими очевидными. Например, там про 1 сентября делают, наверное, все. Я так думаю, что материал, сколько стоит собрать первоклассника в первый класс, я думаю, делают все. У меня любимый вопрос. А кто-нибудь делает материал, сколько стоит собрать семиклассника в седьмой класс? Потому что это будут другие цены, это будет другой набор и другие возможности для организации информации. А если вы делаете спецпроект, в котором будут закладочки, ваш ребенок идет в первый класс, во второй класс, в третий, в четвертый, в пятый, в десятый, в одиннадцатый, в вуз, каждая страничка посвящена, и там вы отвечаете на те вопросы, которые людей волнуют. И отвечаете на них общими словами, как это делают федеральные издания, потому что им надо покрыть интересы вообще всей страны. А вы отвечаете локально, вы отвечаете конкретно по вашему городу, по вашим магазинам, по вашей необходимости ехать из ЗАТО в соседний крупный город для того, чтобы там закупить вот это. Или даете ссылки на сообщества на местных форумах, где там помогают делать совместные покупки и так далее.
То есть вы, исходя из локальной ситуации, формируете вот эти информационные там, пузырики, размещаете их на сайте, и востребованность этого контента гораздо выше, и вечно зеленость этого контента гораздо выше, чем всех новостных лент, которые выгорают ну, через 3 минуты после того, как вы опубликовали эту новость. Если вы смотрите вот на этот жизненный путь, выделяете какие-то ключевые темы, которыми вы готовы заняться, вот у вас есть вечно зеленый контент, там советы, навигаторы, интервью, какие-то ну, там, не знаю, подходы, решения, организации, которые занимаются решением этих вопросов, то вот рядом к этому пузырю вы совершенно спокойно можете действительно привязать новости, обновления вот этой темы, новости, связанные с дошкольным образованием, новости, связанные с поступлением в вузы, новости, связанные с дорогами и автомобилями, новости, связанные с поиском работы, безработицей и так далее. И тогда у вас организация контента на сайте, это не мы сейчас вам все сообщим, а вы там сами разбираетесь, где что случилось, а мы понимаем, как вы живете. Смотрите, вот есть там непреложные ценности, есть разные люди в нашем городе, которые высказывают то или иное мнение по этой теме. И вот эта тема, она потихонечку обновляется, вот вам выборка новостей, связанных с этой темой. И тогда у вас глубина просмотра будет 26 страниц на человека, потому что там будет востребованная, упакованная и структурированная информация, необходимая ему в том или ином, в той или иной точке времени. И это совсем по-другому работающий редакторский мозг, потому что если вы унаследовали, если вы там полжизни или всю жизнь работали по принципу выпуска газеты или выхода в эфир в телек или на радио, мозг затачивается думать и выбирать новости по-другому. Вы выпустили интервью в газете, вы никогда его потом не перепечатаете. Вы не можете одно и то же интервью использовать два раза в рамках одного издания. В любом случае вам нужно переупаковывать его, если вы захотите. Например, вы делаете интервью с одним и тем же, не знаю, там, с губернатором с вашим, делаете интервью, типа 3 года назад, и сейчас делаете по тем же самым вопросам, вытаскиваете старое интервью, делаете в 2 колонки и сравниваете ответы, как человек изменился за 3 года. То есть это тоже переупаковка в рамках одной темы, но вы не можете взять прошлое интервью там Губера или там директора бизнес-центра и еще раз просто перепубликовать в вашем издании. Вам в интернете так не работает. У вас вот эта россыпь лего-деталек, она всегда существует одновременно на сайте. И если вы в социальной сети, например, опубликовали линк на интервью 2015 года, 2013 года, вы видите в статистике взлет интереса к этому интервью, хотя оно уже там 300 там лежит. Значит, Александра спрашивает, я вижу ссылки, мы их поиспользуем обязательно. Значит, вопрос, если вся эта условно-бытовая информация, которая не бытовая, это люди живут этим всем, перетекла в соцсети, в группу ВК, а теперь смотрите, что происходит. Лента новостей выглядит как поток плохо структурированной инфы. И где потом найти эту инфу очень тяжело. Посмотрите на таймлайн Фейсбука и ВКонтакта. Это та же самая лента, которая точно так же выгорает. Там, пост, который опубликован 3 года назад, фиг вы где потом раскопаете. Как администраторы пабликов, я как администратор паблика, как мы с этим боремся? Да, у нас там есть меточки, да, у нас есть хэштеги, да, мы можем типа темы публикации сделать и при нажатии на тему у нас вытаскивается все. Это вот как раз такие хиленькие попытки социальной сети дать инструмент структурирования информации, но он плохо работает,
потому что люди хэштеги не ставят, потому что вот эти вот выборки, они, если там давний пост, он прям вот даже не показывается алгоритмом, то есть он, в рамках социальной сети это структурирование и упаковка даже с точки зрения организации информации работает очень, очень плохо. И вторая штука, которую можно... Почему не надо бояться, что типа Влад-мама или Сиб-мама забрала у вас всю мамочкину аудиторию? У вас есть журналистский авторитет, я очень сильно надеюсь, который позволяет вам верифицировать информацию. То, что происходит на рамках форумов, и то, что происходит с нашими любимыми письмами врача Юры из Уханя, это все штука вот как раз про социальные сети, это там общественная коммуникация, они между собой вот бурлят-бурлят. Чем выгодна позиция и на чем можно играть, на чем можно строить свое УТП? Вам не надо дублировать эту информацию. Вы из этого вот всего бульона вытаскиваете и говорите, а вот это вранье, вот это манипуляция, вот это правда, а вот это не подтверждено. Если вы хотите найти в одном месте всю структурированную, удобно расположенную информацию, вот вам ссылочка. То есть, когда мы говорим не про бесконечное создание контента и вот запихивание его в ленту, а когда мы думаем про удобство пользователя и читателя, ему удобнее, если бы мы это все упаковали. Знаете, сейчас такой пример. Который ну, не всегда неосознанный вот этот подход пользователя. То есть в интернете огромное количество полезных материалов. Про, ну, возьму свою любимую тему, да, про ту же самую мультимедийную журналистику. Бесплатно лежит куча YouTube-роликов, куча постов, книжки в PDF и в, там, в HTML сверстаны. Но ко мне в личку приходят люди и говорят, знаете, мы тут хотели минут за 20 разобраться с тем, что такое мультимедийная журналистика, где бы нам одно место, чтобы мы все там почитали. Люди инертные, ленивые. И вот это вот разбираться, копать, структурировать, собирать, упорядочить и перепроверять, это то, что они не хотят и не любят делать. Поэтому если вы берете на себя эту функцию, упаковки, переупаковки, структурирования и упорядочивания, вы решаете их очень внутреннюю, яркую, там, осознанную, востребованную задачу. Можно мне, пожалуйста, коротенечко вот это вот, тезисно? Знаете, есть бизнес, который на этом построен. Есть же масса бизнес-книг, которые там 400 страниц, 500 страниц, ну и кто читал бизнес-литературу, знает, да, то есть там 8 страниц смысла, остальное все для того, чтобы книжка была толстенькая на полке. И одна и та же мысль повторяется 10 раз разными словами, просто для нагонки объема. И есть платный сервис, который вам редакторы читают эти бизнес-книги, высасывают эту всю воду, ее выкидывают, упаковывают это в 8-страничное краткое содержание, и вы платите за то, что вы не читаете воду, вы читаете только краткую полезную выжимку, экономя свое время. Это платный сервис, это прибыльный бизнес. Это как раз вот иллюстрация того, как в маркетинге деньги зарабатываются не на том, что вот мы что-то там дублируем, мы что-то повторяем и там создаем еще больше контента, как будто в мире контента мало, а именно на том, что мы решаем конкретную проблему человека, который готов за это платить. То есть не надо, вы не конкурируете с там Сиб-мамой или Крас-мамой. Вы смотрите на эту общественную жизнь, вы смотрите, какие темы, например, пошли там в лед и появилось много комментариев, это значит, что что-то случилось. Вы как редактор смотрите, следовательно, есть общественный интерес к этому. И вы делаете верифицированный с экспертами, с цифрами, с там, здравым подходом, вы делаете выжимку, приходите в тот же самый форум и говорите, смотрите, а есть вот то же самое в концентрированном виде вот там, и получаете свой трафик. Немножечко другой подход к
к организации информационной работы. То есть это как раз история, то, что сильно отличает продуктовый подход в IT-сфере. Вот есть такое понятие product management, когда вы не просто наполняете платформу, то есть сайт является не продуктом, сайт является платформой, на которой публикуется контент. Продуктом является что-то, что решает потребность вашей аудитории. А для этого вы должны знать вашу аудиторию, ее потребности и совершенно спокойно оперировать нишами, не пытаясь там ковровым бомбометанием завалить все и осветить все темы. Вот с точки зрения целевой аудитории. Да. Я очень сильно рекомендую метод персонажей. Он тяжело заходит в СМИ, но вот кто словил фишку эту, они начинают очень так продуктивно этот метод использовать. Это когда вы сегменты своей аудитории описываете не непонятными социологическими терминами, там от 25 до 35, высшее образование, много денег и там, не знаю, и женат. А вы описываете, вы находите типичного представителя вот вашего сообщества городского, и понимаете, что у вас вот таких вот мужиков у вас в городе, ну, приблизительно 10 тысяч. Я даже знаю, где они тусуются, я даже знаю, где в офлайне их поймать. И я понимаю, чем они живут, да, как у них день устроен, куда они идут работать с утречка, где они вечера проводят. То есть вы описываете это не исходя из каких-то формальных вот этих социологических терминов, а вы делаете живой портрет типичной аудитории. Мы когда-то, ну, уже прям... Кажется, что это было давно. В городе Шахты Ростовской области у нас был тренинг, и вот там мы как раз разговаривали про типичные сегменты и искали портреты типичных таких людей. И меня тогда очень сильно удивило, что редакция вот так вот спокойно называет, у нас есть сегмент таксисты. И они прямо, вот я когда говорю, опишите мне их таксистов. И вся редакция, вот прямо вот картинку, объемный портрет этого типичного шахтинского таксиста описывает. И дальше, значит, уже исходя из этой осязаемой объемной картинки, мы можем предположить, какие вопросы человека волнуют. Если он сидит за рулем, это совершенно не значит, что его интересует только автомобильная тема, да, то есть мы не привязываемся к его профессии, там, к статусу, мы смотрим, что его интересует, исходя из его режима жизни. Или там другой пример с другого тренинга, это в Вышке, в Высшей школе экономики мы делали, и я тогда заставила редакторов уйти из учебной аудитории и поговорить с охранниками. То есть вот выбрали целевую аудиторию для тренинга, вот охранники, делаем медиа для охранников. Их много, это прям хороший такой сегмент аудитории, табунчик этих мужиков, которые сидят за стеклом. И сначала вот редакторы предположили, какие темы интересуют охранников. И там было там форма, оружие, ну вот есть некий стереотип представления, да, там кто такой охранник, чем он интересуется. И вот такие стереотипы мы записали, а дальше я их выгнала просто знакомиться с реальными людьми и с ними реально разговаривать. И когда вернулись редакторы, то концепция тематическая этих медиа, она была вот вообще не про форму и не про камуфляж, она была про кроссворды, потому что надо убить время, пока ты сидишь и уныло ждешь, когда тебе этот паспорт очередной покажет или пропуск тебе нужно проверять. При этом формат этого издания должен быть небольшой, потому что когда приходит проверка, то ты не должен спалиться, это не должен быть А2, который ты такой развернул и читаешь. Это должно быть что-то такое, что можно быстро спрятать в карман и не спалиться перед начальником. То есть как только мы начинаем знакомиться с людьми, как только мы начинаем погружаться в их реальную жизнь, вот этот сам медиапродукт, тематический план, который мы публикуем, становится совсем, совсем другим. Но это больно, это страшно,
так никто не делает. И как только кто-то начинает так делать, он, собственно, с этой ниши собирает себе авторитет, трафик и деньги, потому что получается концентрировано. Получается концентрировано. Так, друзья, тут есть сообщение, что нет звука, мне прислали. Это так? Кто-нибудь меня слышит? Звук есть. Ага, спасибо большое. Следовательно, да, спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что увидит Redmi Note 8 Pro, увидит это сообщение. Окей, едем дальше, да? И другая картинка, да, другого персонажа, другого образа, другого сегмента тянет за собой другие темы. Ой, Сити, привет. Привет, мормонам. Значит, тянет за собой совсем другую тематику и другой подбор вот этого информационного пузыря. Там есть место новостям, но эти новости должны быть привязаны к тому, что привязаны к тому, что человека волнует на самом деле. Едем дальше. Так. Значит, каким образом мы работаем над переупаковкой, да, какие точки нужно иметь в голове и какие этапы мы проходим. То есть вот мы поговорили про персонажей, мы говорили про то, что вы не можете сделать медиа, которая удовлетворяет абсолютно всех. Всегда есть каждый кусочек, каждый раздел, если у вас структурирован сайт, а не только лента, да, каждый раздел имеет свою аудиторию, и туда ходит определенный сегмент. Тоже один из примеров, когда мы делали аудит издания, залезли в метрику, и то есть там была новостная служба, 7 человек, что-то они, блин, 150 или 160 новостей в день они генерили. И вот они, значит, ухайдакиваются на эти новости, а трафик не растет. Ну, трафик не растет, грусть на планерках, там, давайте делать, не знаю, еще больше ДТП, там что-нибудь еще. Вот. А мы залезли в метрику, начали смотреть. И выяснилось, что вот эти новости, на которые весь фокус внимания сконцентрирован, и все ресурсы, все деньги редакции тратятся на вот этот вот раздел, оно приносит 10% трафика. И это можно увидеть в метрике. Это все, ну, как бы это не rocket science, это не страшные, ужасные какие-то навыки. Там, буквально там за пару-тройку дней можно разобраться, как интерпретировать показатели статистики. Так вот, там, ну, не 90%, там, а 70% трафика генерила одна единственная страница этого сайта. И никто, то есть для того, чтобы ее наполнять, тратилось там полчаса времени одного технического сотрудника. Эта одна страница была телепрограмма. Вот в том конкретном случае, для той конкретной аудитории, на том конкретном сайте не было ничего ценного, кроме одной единственной страницы, собственно, программы телепередач. Не зная, не анализируя то, что у вас происходит, не видя, как, куда идут потоки трафика, что становится более интересным, что менее интересным, вы неэффективно распоряжаетесь своими редакционными ресурсами и не наращиваете вот тот успех, который у вас получается, ну, судя по тому, чем интересуется на вашем сайте пользователь. То есть вот в данном случае вот персонажи, мы их сегментировали, мы понимаем, нагенерили идей, какие темы, какие вопросы их волнуют. Дальше мы, значит, смотрим на статистику, какие из этих тем востребованы, по каким ключевым словам нас находят, есть ли у нас уже контент, который существует, который посвящен этой теме, то есть что мы можем поиспользовать, чтобы не с нуля это все создавать, потому что все создавать с нуля – это как бы расходы, это время. Дальше мы планируем, что мы будем делать. Вот это мы выпустим, там, вот эту витрину мы выпустим сейчас и будем ее вот с такой регулярностью дополнять вот такими материалами.
Дальше мы лучше всего, если на сайте есть вот принцип стандартов, что у вас прописано, мы делаем интервью вот по такому принципу, мы делаем там тесты по такому, пишем, ой, не знаю, там у нас есть какая-нибудь интерактивные карты, там, тип экскурсия по, не знаю, прогулка со специалистом, с экспертом. То есть у вас прописаны стандарты, и вы наполняете вот эти витрины просто вот стандартизированными блоками, но только тематическими. Ну, дальше вы, собственно, собираете, создаете эти материалы, упаковываете форматы, публикуете. И очень важный для переупаковочного процесса, очень важный этап, который пропускает, ну, там, процентов 90 редакций, это история про продвижение. То есть сейчас такое многообразие контента, такая расфокусировка внимания у пользователя, что если вы, вот я каждый раз теряю, конечно, веру в человечество, и каждый раз там бьюсь головой, о, господи, детский сад, я сильная группа, но действительно это так. Если вы человеку прямым текстом не сказали, что мы собрали для вас материалы, посвященные вот этой теме, обязательно сходите, вот вам ссылка, нажмите сюда. Если вы так не сказали, люди сами не догадываются нажать ссылку. Это кошмар, ужас, страх и потеря веры в человечество. Но если вы не промотируете спецпроект, если вы его сделали, переупаковку, положили где-то на сайте и думаете, что люди сами додумаются, нет, не додумаются. Без промотирования контент не работает. Вот этот вот ручеек трафика туда не образуется. И вот структурный подход чем хорош? Что если вы подходите к этому как к лего, каждая деталька у вас имеет значение. Вам не нужно придумывать какую-то промо-компанию этому большому вот переупакованному спецпроекту. Вы берете кусочек, берете маленький тест, или берете фотографию, или берете какую-нибудь цитату из этого материала. Вот этот самый маленький кусочек становится тизером, становится рекламным сообщением в соцсети или в мессенджеры, или становится на баннер внутри сайта, чтобы там пользователи сайта на ваши внутренние ресурсы, да, трафик канализировать. Вы берете фрагмент этого сюжета и говорите, а больше материалов там. И тогда, значит, люди зацепились за тизер. Так как он является частью вашего проекта, он имеет смысловую ценность, он значим, он востребован. И тогда он будет работать. Приглашение типа «мы сделали новый спецпроект» не работает. Людям пофиг на то, что вы сделали новый спецпроект. А если вы пишете цифру, факт, цитату, которая такая значимая, весомая, если вы делаете там, не знаю, график, либо сравнение до и после, или за и против, публикуете это как вот тизерное объявление и делаете ссылку, и обязательно пишете ссылка здесь, там ссылка в первом комментарии, тогда вот вы этот канал трафика потихоньку формируете, и да, обязательно нужно людям говорить, поделитесь этим материалом с теми, кто, ну не знаю, там, поделитесь этим материалом с мамочками, которые сильно беспокоятся. Вот у вас там есть интервью, вот у вас есть подборка психологических рекомендаций для как справляться с неврозом, со стрессом при удаленной работе. И вы пишете, поделитесь этим материалом с теми, кто никогда не работал удаленно, там первый раз. То есть пока вы людям конкретно не сформулируете, что сделать, люди этого не делают. То есть автоматически никто не закачивается. Так, значит, про жизненный цикл. По многим темам в соцсетях сформировались активные сообщества, занятые на себе. Даже спросят что-то в 500 раз. В локальных СМИ этим сложнее. Редакция собрала, структурировала. Люди не идут на раздел. Ну, смотрите, Александра, вот это как раз та история, что универсальных решений готовых, их не существует, но это принцип размышления. Вот если вы взяли, упаковали там, экспертные материалы по этой теме,
Я всегда очень критично отношусь к тому контенту, который там произвожу я и производит редакция под моим началом. Когда я вижу, что у меня нет трафика на какой-то материал, первый вопрос, который я задаю, что с этим материалом не так? Быть может, эксперт говорит общие слова незначимые. То есть сам контент, само содержание этого материала – оно не отвечает на вопросы людей. И с этим мы очень часто сталкиваемся. Люди, которые считают себя экспертами, либо занимают какие-то посты, они говорят все, что угодно, они говорят вокруг да около, а людей волнует конкретный ответ на конкретный вопрос. И если мы собрали типа экспертизу, которая формально по титрам, типа это эксперт, а внутри содержания нет, то, естественно, люди не пойдут. Люди в этом смысле, они, конечно, очень, очень инертные, но вот если они увидели, да, вот, ну, вы даже сами как пользователь, вы точно так же себя ведете, когда собираете информацию для себя, а не для работы. То есть вы заходите на страницу, вот так по диагональке просканировали, о, вода, и закрыли страницу. Или там зашли, вступление, три абзаца или два экрана вступления, а потом в конце... четыре цифры, ради которых вы пришли, вы до этого конца, до этих четырех цифр не долистаете. То есть я всегда задаю вопрос, что не так с нашим контентом, с нашей упаковкой, почему они туда не переходят. Не потому, что типа, там есть закрытые сообщества. Смотрите, есть сайт Кинопоиска, есть сайт там IMDb, есть Иви, Ока, и каждый там, и Дом.ру, все городские развлекательные порталы, всегда у них есть, там есть Антон Долин, которые вот каждый со своей стороны отвечает на вопрос, что посмотреть, какое кино посмотреть. И кажется, что поляна утоптана, и эту поляну вообще, собственно, ну там и афиши кинотеатров еще есть, вот, все, топтать там нечего. И потом приходит Нина Добрынченко-Матусевич. Она, главное, чтобы она меня не спалила, что я про нее рассказываю. Значит, и создает группу, что посмотреть вместе с детьми. И внезапно на вот этой всей поляне, да, на всех этих ресурсах есть кнопочка «Фильмы для детей». И она создает вот эту выборку народных рецензентов, которая... очень четко сконцентрирована на неврозных родителях, которые все такие, ребенка надо там просвещать, образовывать, и весь ужас и кошмар его, значит, надо интеллигентно упаковать и флейта, и японский язык во втором классе. То есть вот есть такой сегмент аудитории, и они вот в этом море, они не могут сориентироваться, и вот вам, пожалуйста, конкретная целевая аудитория, конкретный контент, который делается, пользовательские рецензии и пользовательский рейтинг. Можно так делать. Взлетело. Там, не знаю, там уже сил нету упрувить подписчиков на этот проект. Просто я там соадмином у нее подрабатываю и вижу, какое количество родителей к этому все присоединяется. То есть на любой тематике не бывает так, что все уже сказано. Не бывает так, что все ракурсы, все ниши уже заняты. Вопрос там медиа-менеджера и вопрос издателя и вопрос редактора в том, чтобы смотреть, анализировать, предполагать, экспериментировать, пробовать, смотреть, зашло, не зашло, критично относиться к тому, что мы сделали, править напильником, либо говорить, окей, значит, это в нашем случае не зашло, давайте теперь следующий какой-то сегмент брать. И этим очень сильно это отличается вот жизнь в сети, жизнь в интернете и создание медиапродукта в интернете очень сильно отличается от того, как мы привыкли делать продукт печатный. Потому что печатная модель, визуальная модель, которая там формируется, и то, как мы наполняем газету, либо телеэфир материалами, это гораздо более устойчивая конструкция и гораздо менее персонализированная, индивидуализированная, чем интернет. И поэтому основная проблема, она, конечно, в первую очередь в мозгу. Очень тяжело переключаться, когда ты только что думал газетной рамкой, очень трудно переключаться, работая не по формату, не заполнением сайта,
а поиском вот этих вот сегментов, разговором с ними, анализом того бреда, который они пишут там в группах и в социальных сетях. Очень трудно заниматься диалогами с лидерами этих сообществ, заманиванием этих лидеров, потому что ну вот, от того, что вы сделали какой-то там материал на сайте, ну окей, значит, сделали переупаковку, посмотрели, кто у вас предводители женского вот этого сообщества на мамском форуме. Сделали с ними интервью, да, взяли у них интервью, опубликовали у себя на сайте. Эти лидеры мнений, потому что про них написали, они там разместят это интервью и скажут, вот посмотрите, мое мнение спросили, и там есть еще много материалов по этой тематике. То есть это работа не вещательная, не там вот это вот производство бесконечного контента, а это работа коммуникационная. Поиск людей, поиск влиятельных, действительно неформальных экспертов, а действительно, кто в этом разбирается, далеко не всегда они являются там завсегдатаями журналистских полос. Так, Юля, маякни, пожалуйста, если ты меня слышишь, сколько у меня еще времени осталось, чтобы я сориентировалась. Мамочкина тема на самом деле вообще бесконечная. Я вам сделаю выгрузку презентации про то, что мы сейчас говорим, со всеми вот этими там, этапами. И так, Юля, наверное, сбежала, меня не слышит. Ну ладно, если знаете Юлю, маякните, пожалуйста, чтобы она меня сориентировала по времени. Значит, алгоритм, как мы работаем с вот этим бульоном, вот с этим россыпью лего-деталей, который представляет собой наш сайт. Значит, смотрим на метрику, прям по заголовкам. Что у вас там в топе, что у вас именно по тематике, по смыслам, да, что люди у вас смотрят в первую очередь. А в случае это вот с нашим сделанным медиа, мы год, наверное, прыгали вокруг того, что у нас самый-самый популярный материал это было, как создавать канал на Ютубе. Вот мы сидели, вот реально в стенку смотрели, говорит, ну как, ну ты заходишь на Ютуб, там, блин, кнопочка создать канал. Зачем люди читают еще какие-то мануалы? Но это было вот прям в топе и с большим-большим отрывом от всех остальных. С 2020 года таким топом, но с меньшим отрывом стало, типа, как делать сторис. То есть вот по этим, по метрикам можно посмотреть, что на вашем сайте и там динамика изменения интереса, что на вашем сайте становится популярным. И в первую очередь, конечно, делать переупаковки, вот эти вот витрины, возможно, выделять отдельные рубрики того, что уже популярно. Если к вам на сайт приходят телеманы за телепрограммой, следовательно, вокруг этой телепрограммы собираете весь контент, связанный с интервью с телезвездами, народными и ненародными рецензиями. То есть у вас так исторически сложилось, что людям интересно это. Можно, конечно, против ветра, но лучше следовать вот тому сообществу, которое у вас складывается. Значит, разбираем по тематике. Это не рубрики «Политика и экономика». То есть тематика – это достаточно дробная история. Мы делали, когда контент-анализ разных изданий, у нас там было 64 темы, которые материалы могли быть посвящены. Ага, спасибо, Юль, большое. Значит, 64 темы. И когда вы разбираете этот контент по этим 64 темам, и, например, видите, к каким темам вы больше всего уделяете внимание, там, больше применяете внимание, больше контента создаете по этой теме, а чего меньше? И вы задаете себе вопрос, а это соотносится с нашим представлением о нашей целевой аудитории? Ну, там классическая история, когда мы делали аудит такого городского портала, и вот разобрали просто за 3 месяца каждый материал раскидали по тематике, и выяснилось, что портал, который себя позиционирует как вот как раз женское сообщество, все, что связано там с жизнью женщины, и там процентов 60 материалов это там были наши классические ДТП, взрыв газа, а, собственно, вот эти вот женские все темы, они там по полторы
полторы публикации за месяц. То есть то, что мы на самом деле производим, не всегда соотносится с тем образом, который мы про себя, ну, который у нас есть в голове. Трафик с Яндекс.Дзена – это ужас, это правда. Вот Елена задает вопрос в чате. Вот это, знаете, это история про, опять же, такое редакторское решение, причем что одно, что второе решение, оно обосновано и имеет право на существование. Я в этом смысле не говорю, что... Сейчас. Значит, есть медиапродукты для людей, а есть медиапродукты для роботов. И вот если редактор принимает решение, что мы делаем издание и там, делаем сайт для роботов, тогда вот то, что мы говорим про персонажи, про, там, про сообщество, это все мимо, потому что целевой аудиторией такого портала являются поисковые системы. Туда мы нанимаем не журналистов, а рерайтеров и SEO-шников, которые, собственно, следуют вот этим вот интересам, в том числе и яндекс.Дзенским. То есть это действительно очень серьезное искажение вот, интересов. И так как ну, мы... Неважно, где ваш сайт находится, доступ к нему имеют люди с разных территорий, надо смотреть еще географию. То есть, если вы делаете городское издание, и вам важно сформировать городское сообщество, у вас процент горожан, которые ходят на ваш портал, должно быть больше, чем процентов залетных людей, которые среагировали на слово «русалка» и притащили вам трафика совсем с другой территории. То есть это все история про принятие решений и, опять же, редакторских, достаточно болезненных решений. Потому что если вы говорите про сообщество, то в максимуме, сколько у вас может быть трафика, если каждый вменяемый человек вашего города, там, вот вы живете в городе 100+, допустим, у вас там такого активного, ну, 50 тысяч населения, следовательно, ваш трафик в прыжке будет 50 тысяч просмотров вот этого городского сообщества. Но нам же хочется миллион, поэтому мы притаскиваем очень много вот этого внешнего трафика, который размывает нашу миссию, размывает наш авторитет. То есть учиться зарабатывать на маленьких сообществах, не стараясь сравниться с РИА Новости, не стараясь сравниться как раз с помощью вот этих вот... Ну, я прям сильно дзен не люблю, потому что это помойка помоечная совершенно. И если мы говорим о журналистике, если мы говорим про авторитет, про статус и про уважение, то вот как бы Яндекс.Дзен – это не тот источник и не та площадка, на которой, собственно, это можно строить. То есть здесь вот как с этим быть – это болезненное решение редактора. Вы взвешиваете на весах, вы зачем охотитесь? Если вы охотитесь за показателем, вы должны забить на вот это свое желание быть уважаемым авторитетным изданием. Если вы хотите уважаемое авторитетное издание, тогда надо забить на серые и трешовые способы и всякие шок-контент и прочее. То есть вот смотрите, сейчас я напишу авторитет, потом трафик и потом деньги. Когда вы выбираете, когда вы смотрите, какой... Ну, типа, тратить ресурсы, тратить время на тот или иной проект, либо не тратить. Вот вы, собственно, выбираете между этими тремя показателями. И вот, исходя из вашего опыта, я думаю, что вы согласитесь, что если вы делаете какой-то проект такой авторитетный, не знаю, там, про искусство местное, про историю, про какие-то болезненные социальные темы, то вот эта штука может вам принести трафик, но вряд ли вы этот спецпроект продадите какому-то рекламодателю, потому что это слишком, знаете, это не про нас. Вот. А рекламодатели, они ребятки очень такие приземленные и с очень приземленными интересами.
Но если вы говорите, там, мы этот проект делаем для авторитета, это значит, что мы понимаем, что на нем не заработаем, но мы туда добавим там, статуса, мы выиграем 5 премий, повесим эти медальки себе на логотип, и вот у нас будет там, это для авторитета. Дальше мы понимаем, что вот там вот эта вот тема, которая Новый год, 8 марта, вот ну каждый год, да, это приносит трафик. Что подарить любимой на 14 февраля? Ну, приносит трафик, и даже вот этот весь табун хэллоуинский вы можете, разместив там вот спецпроект, вы можете получить себе какую-то долю этого всего безумия, которое интересуется этой темой. То есть трафик. Трафиковые проекты далеко не всегда приносят авторитет. Но они приносят вам вот эту вот, крутят счетчик, и они, их можно продавать рекламодателю. Как раз на том, что, смотрите, всем интересно, и вот мы вас встраиваем в этот общий поток, вы там можете отрекламироваться, либо вы можете получить себе внимание к своему бренду. Либо вы смотрите, да, там делаете акцент, что мы делаем проект для денег, и тогда вы, ну, честно, делаете по заказу то, что нужно деньгодателю. То есть нельзя сделать так, чтобы одним ударом убить этих трех уток, этих трех зайцев. Вы каждый раз принимаете решение, вот это для авторитета, вот это для трафика, вот это для денег. И важно, опять же, но это уже медиа-менеджмент, важно, чтобы у вас и такие проекты были, и такие, то есть чтобы вы устойчиво стояли на вот этой информационной поляне. Когда-то ну, опять же, уже очень давно, когда мы приезжали к Вале Пермяковой в Первоуральской, в Ревду, в городские вести, значит, там как раз мы разбирали спецпроекты вместе с рекламистами-затейниками, вот какие спецпроекты можно было делать в небольшом городе и кому это можно было бы продавать. И вот тогда у нас с Валей был прекрасный договор, что вот они делают, ну, такой полушутливый договоренность, что вот они делают 12 спецпроектов в год. И, значит, 11 я уж так и быть разрешаю им делать, вернее, один я им разрешаю делать благотворительный, так, чтобы редакция, ну, вот, не получала выгоды, она получала там либо авторитет, либо там какие-нибудь поглаживания и так далее. А 11 должны быть направлены на получение денег, потому что независимое издание, потому что должна быть монетизация, потому что невозможно быть в этом медиабизнесе бесконечным благотворителем. То есть у вас должно быть соотношение того, что вы делаете для заработка и того, что вы делаете для авторитета, но важно, чтобы это были обязательно проекты и там, и там, и там. Значит, сейчас просто кликнув на первую попавшуюся ссылку, которую вы прислали, значит, томские новости нам попались. Давайте посмотрим. Конечно же, самый идеальный вариант был бы, да, чтобы посмотреть метрику, то есть посмотреть показатели, что пользователей интересует. Давайте зайдем в ленте новостей, опять же, сейчас какой-нибудь кликнем в любой. Оп, куда попало, знаете, такой рандомайзер. Значит, тадым-тадым-тадым. Значит, Томичка взяла кредиты на 270 тысяч рублей. Что бы этого не сделали мошенники? Прогадала. Частенько такая штука бывает. Сейчас особенно, там, я не знаю, вот сейчас по Питеру хожу, даже наружная реклама для пенсионеров, которые как раз сидят по домам, сам эту наружную рекламу им делать, чтобы они остерегались мошенников в интернете. Нет никаких алгоритмов, не помогает эта реклама им абсолютно, но типа социальная реклама я читаю. Значит, тема мошенничеств, тема этих бесконечных товарищей, которые звонят, представляются службой безопасности Сбербанка, там запрашивают фейковых страниц, которые вытаскивают из тебя данные твоих карточек. Это реально волна, это реально проблема.
Значит, что здесь было бы клево, даже вот ничего не меняя в интерфейсе и в дизайне. Вот у нас есть теги темы, томские новости – это все, что происходит, да, то есть эта тема не помогает сориентироваться и сделать навигацию по теме мошенничества. Значит, криминал – очень широкая тема, не помогает, то есть в криминал попадает там и убийство, и насилие, и что только не попадает. То есть в данном случае нам важно собрать в кучку все мошенничества, которые связаны с, вот со связью там, с интернетом и с телефонными обзвонами. Следовательно, мы берем там, эти ключевые слова, там, интернет-мошенники и сперли деньги, высасываем из сайта «Обзор Сити» все то, что мы уже писали про это. Например, наносим это на таймлайн и смотрим, может быть, есть какое-то время, когда этих случаев стало больше, и делаем из этого спецпроект про безопасность ваших денег, если вы являетесь там, пользователем интернета. Вы делаете это для людей там, взрослых, здравых, делаете тизеры в социальных сетях, там, вот ответы, вот алгоритмы, вот опасные места, вот так, как вас разводят. Психологи вам сообщают, как эти крючки работают, почему люди продолжают и продолжают дальше слушать то, что говорят, говорят эти мошенники. И даете ответ на вопрос, если с вами это случилось, то вот алгоритм ваших действий. И... Ну, на самом деле, на такую штуку можно и к банку прийти, чтобы банк становился там спонсором, со-спонсором этого проекта. То есть логика и размышление, оно как раз построено на том, что вы думаете не с новостной позиции, не с того, что вот у меня есть новости, я вам ее сообщу. Это норм, да, но это абсолютно там первый уровень, базовый уровень, который у нас в журналистике существует. Если эта новость случилась, мы задаем себе редакторский вопрос. Это распространенное явление, у этого есть причины следствия, что разные эксперты по этому поводу думают. Что мы вообще писали об этом? Это там тренд-волна, либо это какие-то единичные случаи? Может быть, мы не все знаем, давайте спросим у ребят, кто собирает эти, ну, аккумулирует эту информацию и сделаем из этого наглядную картину. И вот вам вечно зеленый спецпроект, который, во-первых, он будет вам полезен и внутри вашего региона, и по этим ключевым словам вы совершенно спокойно соберете себе и российскую аудиторию, потому что ну, в каждом регионе повально, и это только нарастает. То есть вот на примере этой конкретной новости я бы хотела вам показать, как размышляет, как думает мозг переупаковщика, и вот как мы подходим к упаковке и структурированию контента. Ну вот смотрите, у нас по времени это мы подошли к финальному свистку. Значит, давайте, наверное, так договоримся. Я вот запись вебинара ребята написали, да, что будет в телеграм-канале Анри. Так как вы все регистрировались, я соберу, подготовлю вот эти все слайды, эту презентацию отдам организаторам, они вам разошлют по электронным адресам. В принципе, я есть в Фейсбуке, я там живу, если что, то, не знаю, я очень сильно надеюсь, что эта тема позволила вам с какой-то другой стороны посмотреть на тот контент, который вы делаете. И, возможно, если вы захотите поэкспериментировать с переупаковкой и захотите получить обратную связь, без проблем, просто можете прислать мне ссылку и сказать: «Оксана, я был или была у вас на вебинаре про переупаковку, вы не правы, посмотрите, мы сделали вот это и получили 3 просмотра, что вы про это думаете?» Вот. Я всегда открыта, мне всегда очень интересно то, что происходит в реальности, а не в этих новомодных медийных трендах. Поэтому я всегда открыта для ваших экспериментов и рада с вами пообщаться. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Значит, стоп шара.
Ой, как-то так.